Бензопила не заводится. Вернее, заводится она только если бензин подашь либо в карбюратор, либо под свечку шприцом там или чем-нибудь ливанешь, только тогда заводится. Вот так объяснил нам клиент, который принес данный Патриот 4518. Открыли мы крышку, сняли воздушный фильтр, и что мы видим? Видим мы следующее. Человек сам пытался что-то отремонтировать, и видите, как сделал заслонку вот эту вот на холодную, чтобы завести. Мы должны закрыть заслонку. Он сам тут загнул проволочку вот эту. Вот. И пытается завести. Но как мы видим, загнул-то он ее не до конца, неправильно. И заслонка у нас закрывается после того, как мы закрыли, не до конца. Соответственно, воздух подсасывается очень сильно. И вместо того, чтобы подать побогаче смесь, подать бензина в поршневую систему, у нас идет один воздух. Вот в таком случае бензопила будет заводиться только если подашь бензина искусственно. То есть вот сюда вот прыснешь или со шприца, или просто ливанешь с чего-нибудь топливо. Или же подсвечку. Так что поломка вот эта вот, она поломка искусственная, надуманная человеком. Сейчас я поменяю вот эту вот заслоночку вам, покажу. Ну, как менять, не буду показывать, ерунда. А вот пойдем попробуем, заведем ее, и вы посмотрите, что данный инструмент будет заводиться отлично. Правда, также он тут проблему с маслом назвал, но сейчас мы это еще посмотрим, а то может то же самое, что просто не залил масло, к примеру, и все. Или грязная шина. Пойдем, сейчас все это сделаем, и пойдем заведем.